Меня сейчас как-то мало привлекает секс. Да иди ложись уже, чисто по-дружески. Добрый вечер. Добрый вечер. Я интеллектуал БЖ-75. Секс, меня уже мутит. Я хочу понять, когда у меня в жизни все пошло наперекосяк. Что видите? Ничего особенного. Что значит ничего особенного? О, эта девчонка просто сошла с ума. Мы расстаемся. Мне сейчас очень плохо. Месье Мале? Это мой клиент, я его защищала. А в чем тебя обвиняли? Наркотики. Ничего хорошего в картах? Никакой надежды? Она сказала, что ты схватил нож и ударил ее в живот. Нет, она сама себя ударила, когда я вернулся за стол. Она больная. Она утверждает, что вы грубо сорвали с нее трусики. Нет, это невозможно. Даже если бы я хотел, она не носит трусики. Что ты здесь делаешь? Продаю школьникам дурь. Шучу. Я тебе сказала, что ищу няню для детей. Я могу стать твоим парнем на дому. Из квартиры, значит, выгнали. Ты уходишь сегодня? Нет, у меня свидание с парнем в спальне. А, ладно, я тебя не осуждаю. Привет. Привет. Я был неподалеку. Или я не могу видеть своих дочек? Ты видела блог своего бывшего? Как ты мог выложить то, что я тебе доверила моих клиентах? Смешно, меня изображают развратной шлюхой, когда, как я, полностью отказалась от секса. У вас есть хоть один свидетель? Нет, никого из людей не было, только Жак. Ее пес. Мне кажется, ты достигла дна. Я тоже так думала, но снизу постучали. Я заставлю тебя проглотить твое высокомерие шлюхи с Елисейских полей. Гадкая социопатка реальность тебя раздавит. К сожалению, у меня нет времени продолжать чтение этой высокой поэзии. Мне надоели ваши извращенные бредни, я устала. Души. Я вам не мешаю? Могу идти. Нет, это не то, что ты думаешь. Я присматриваю за детьми и... Он что, дурак, что ли? Думаешь, между нами возникла химия? Ты меня пугаешь. У тебя неадекватное восприятие реальности.